В Санкт-Петербурге прошел турнир М1 Челлендж 38. В боях приняли участие представители дагестанских спортивных клубов. Расул Абдулаев выиграл у немца Кристиана Экерлина. Поединок длился всего 3 раунда. Король кунг-фу Муслим Салихов одержал убедительную победу над болгарином Деяном Топальским. Ислам Махачев оказался сильнее француза. Таким образом, дагестанские единоборцы вышли в полуфинал Гран-при 2013. К сожалению, свой поединок против Александра Яковлева проиграл Мурат Абдулаев. В главном бою титул чемпиона отстоял Рамазан Эмеев. Сегодня героев турнира встречали в махачкалинском аэропорту. Рамазан как по нотам все разложил. Выполнил установки, просто молодец. Больше слов нет. План составленный, как говорится, тактика удалась. Была проделана огромная работа. Рамазан очень много тренировался, готовился к этому. Он сам признался, что это говорит, моя мечта, я жил этой мечтой. И мне это удалось. Первый бой, да, были сомнения, почему победу и так далее. Ну вот второй бой развеял сомнения. Хвала Всевышнему, он оказал, что он настоящий чемпион.